Всем привет, ребят! Ну что, мы собираем десяточку. Давно я уже ее не заснимал, не показывал. Это аккаунт, который я потом разыграю среди своих подписчиков, фанатов этой рубрики. В общем, решил я сбегать на архидемона, затестировал я составчик и решил заснять состав 10-10 с простыми десятками, без прокачек прорывов, поставить восьмые эмблемы, поставить талантики смотрителей, там восьмерки, девятки на некоторых будут героях, потому что они уже прокачаны были раньше изначально так, и затестировать, посмотреть, какой же у нас все-таки получится плюс-минус урон. У меня, конечно, не докачаны здесь питомцы все так, как надо. Чикабум у нас не докачаны еще, не знаю, что там по питомцам, тут не вариант, в общем. Ну то такое, докачаем, потестируем. Но сейчас я хочу еще выродить на космо талант смотрителя, прокачать его и потестировать, сколько мы сможем набить без топовых прокачек в такой сборке. То есть, скажем так, не такой уж бюджетный вариант. Возможно, тыковку. Сейчас я посмотрю, что нам по тыковке, сколько мы сможем ее апнуть. И просто скилл улучшим, чтобы она была более дерзкая. Остальное мы трогать не будем. Сможем ли мы хотя бы 4 набить? Вот меня это интересует. Играют ли такую роль сейчас прорывы? А потом я сделаю тест на другом аккаунте уже. Не знаю, наверное, на следующий архидемона подготовлюсь. А то я что-то так затянул. И потестирую на нем состав с 20 прорывами. Разницу посмотреть. Короче, кучу талантов я сливаю. Ну, по сути, у нас коробок хватает. Жесть. Жесть, жесть, жесть. У нас времени просто не так уж и много. Надо выбить талант смотрителя, который все никак не хочет падать. Может, надо просто банально сделать вот так вот замену. Так, талантик, давай, приходи. ПДшка. Хорошо, таланты падают, только не те, которые надо. Так, берс. Просто аут какой-то. Out of control. Так, здесь у нас, кстати, зефирку мы здесь так и не дособирали. Надо будет дособирать. Так, 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 так. Где наши небо герои? Пайки поставим. Блин, вот раньше, когда ты это замедление фикс ловишь, посмотрите, как таланты падают. А когда надо тебе определенный талант, он просто тупо не падает. Это просто жесть. Да давайте уже талант смотрителя. Есть, отлично. Так, ставим на космо, качаем его там. Ну, это не обязательно качать, самое основное, скажем так, самое основное, что должен он делать, это наносить дополнительный удар. Отлично. Девятки я качать не буду, бессмысленно. Так, стыковка вот меня интересует. Давайте и все-таки сделаем скилл. Не знаю, сколько мы там сможем качнуть. Ресурсов-то однозначно у нас хватит. Насколько там судьба прокачана с тыквой. Вряд ли мы там сможем далеко забежать. Но попробуем сейчас по максимуму это сделать.
Или может не делать. Давайте не будем делать десятку. Какой смысл? Вот сделаем, просто соберем так, как надо. Ставим. Даже и девятый раскол влепим. Пусть порадуется. Здесь у нас будут. Восьмерка. Восьмерка. Просто ради теста посмотреть разницу. 30-й прорыв. И 20-й. Так, отлично. Выставляем питомцев. Сюда у нас пойдет панчбокс. Сюда у нас пойдет вот так ради отхила. Сюда у нас пойдет чикабу. Так, отстана. Я не знаю, что еще взять такое. На тыковку ангела кинем. Естественно, даже посмотреть. Так, окей. Quick setup. А, у нас один герой всего лишь. Надо всех героев повыставлять. Ладно, поехали, будем пробовать так. Такс. Первым у нас будет укротитель, потом будет идти тыковка. Так, так, так. И вот так. В принципе, тут без разницы. Но самое интересное, у нас нету смотрителя. Потому что я его не качал. То есть мы будем пробовать без смотрителя бить. По сути, он особо тут и решать-то тоже, наверное, ничего такого особенного не будет. Ух ты, как просели жестко. Вот вам уже и разница, я уже вижу разницу. Вот, казалось бы, да, там. А 30-й прорыв, герои так вообще не проседают. Все, у меня первого героя просто ушатали. Второй ушел. Это жесть. Это называется затестил. Вот, вот что значит такой архидемон без героев с прорывом. Просто печаль. Просто фейл даже, я бы так сказал. Тыковка там еще что-то тащит. Но это просто жесть, ребят. Честно говоря, я немножко в шоке, что они так разлетелись прям. Просто аут какой-то. Кем хочешь, бери тести. А я-то ожидал, что они сейчас просто развалят. Ага. Не там-то было. Супер тест. Так, хорошо. Давайте попробуем вариант. Хотя какая разница? Какая разница, какой вариант? Они дамажат все равно очень жестко. Попробуем еще раз разогнаться. Я надеюсь, сейчас Космо. Так, Космо парализовал. Единственная надежда на то, что тыковка вообще без шансов. Вот вам и ответ. Что такой состав, честно говоря, я думал, что они будут тащить. Я уже давно не бегал такими героями на архидемона. У меня там 20-е, 30-е прорывы. Я уже даже забыл, что такое слив на архидемоне. Но теперь я понимаю, что это не вариант. Просто не вариант. 6. При том, что герои хорошо прокачаны, все дела, а такой состав без прорывов, по крайней мере, не знаю, напишите в комментах, кто таким же составом бегает, там 10-10. Даже если было бы 13-13, там 9-9 мы их прокачали, по сути, это бы все равно не спасло, потому что у героев нету жизни, нету атаки. Вот так вот. Я, честно говоря, подзадумался, что надо будет все-таки на следующий раз архидемона уже встречать, хотя бы как минимум с 20-м прорывом на этих героях. Я их все равно тестировать так особо не буду. Можно им, в принципе, у нас по ресурсам, вроде ресурсы позволяют их прокачать. Будем пробовать. Других вариантов я пока, честно говоря, не вижу. Только так.
В общем, такие вот дела, такая вот десяточка, блин, жесткий облом, но ничего не поделаешь. Обломался и зато понял, что на архидемона такого уже не побегаешь таким составом, надо все-таки что-то менять. Пишите, каким составом бегаете именно на такого архидемона, который бьет по зоне, призывает монстров. Всем удачи, всем пока.